Я бывший ученый, вот, поэтому в предпринимательство я пришел через науку. Казалось, это темный лес, это новый мир. У меня жена работала в найме бухгалтером. Ей это очень не нравилось. То есть она свободолюбивый человек, она всегда хотела иметь свой собственный магазинчик или свой собственный бизнес. Я подумал, что ну, мужчина должен сделать так, чтобы женщина чувствовала себя комфортно. И мы это сделали. Мы хотели заняться шоколадом, но столкнулись с тем, что, блин, оборудование все дорогое. Мы подумали, что в наших силах сделать лучше и дешевле. Выиграли госконтракт на разработку прибора. Сделали прибор для работы с шоколадом. Начали его продавать. Подумали, ну раз мы оборудование выпускаем, формы для шоколада выпускаем, что бы нам самим шоколад-то не делать. У нас сейчас представители в 24 городах по России. Есть представители в Минске, в Беларуси, есть в Казахстане, в городе Семи. Есть один удаленный производственный центр, находится в городе Банска, Болгария. У нас появился партнер в Словакии. Мы очень требовательно подходим к выбору партнеров, очень многим отказываем. У нас есть производственное помещение 160 квадратных метров. На нем работают в среднем от 3 до 5 кондитеров. Работает супруга в качестве начальника производства. Работает один парень-инженер, он занимается сборкой оборудования. Кто-то ноет коронавирус, ну там все плохо. А некоторые ищут возможность. Это новая реальность, с которой все столкнулись. Ну, надо как-то адаптироваться. В целом у нас продажи упали на 60%. Они упали временно, сейчас все это возвращается, и мы входим в норму. Плюсы вот этой пандемии, что недвижка упала в цене, продавцы стали более сговорчивыми. Нам удалось договориться на выгодных, лояльных условиях о покупке недвижимости. Когда мы начинали предпринимательство, для нас это была возможность быть свободным, заниматься тем, что нравится, любимым делом. Сейчас для меня бизнес – это способ свериться, насколько я адекватен окружающему миру. Когда видишь, что есть обратная связь, что людям нравится, что за твои идеи платят, тогда думаешь, ну классно, ты можешь сделать кому-то, предоставить возможности для развития, для роста. Кто-то открывает новый бизнес с помощью нашего оборудования. Очень много людей встречаешь, они с потухшими глазами. Как-то живут, потому что так живут. А мы это выбрали. Каждое утро мы встаем и думаем, а будем ли мы этим продолжать дальше заниматься? Если да, замечательно. Ты счастлив, что еще надо? Шоколад-то клево, но это вкусно.